Всем привет! Вы на канале Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы с вами отправимся понырять на речку Кола и пособираем блесна. Гидрокостюм с собой, маска, трубка, ласты, перчатки, сумочка тоже с собой. Значит, погода сегодня хорошая, отличная. Переодеваемся сегодня без палатки и идем в воду. Вода, сходил, посмотрел, сегодня прозрачная, поэтому надеюсь, что-нибудь найдем. Поиск блесен начнем с этой ямы. И начнем туда вниз по перекатам сплавляться.
обследовал пару ямочек, по блеснам там не очень. И решил переехать вот на новое место. Вот здесь под мостом попробую поискать. Бывало, что здесь отрывали блесны. Подведем итог сегодняшней нырялочки. Значит, у нас сегодня не густо, но и не пусто. Блесенки есть. Значит, что у нас? Куасама. Хорошего сохрана. Тасманский дьявол. Вот блесеночка хорошая. Так, это у нас акара. Впервые такую встречаю. Так, что у нас еще? Чинукс. 25 грамм, тоже хорошая блесна, тяжелая. Резинки, мухи, креветки всякие, вертушечки. А вот еще, вот это блесна ручной работы, тяжелая, с глазиками. Не знаю, как играет, интересно. Ну, в общем, не густо, но и не пусто. Погода отличная, покупался, в общем, вот так. Значит, блесен нету, их уже становится меньше, меньше, поэтому надо уже искать опять новые ямы. Здесь, в этой яме, я уже в этом году ныряю третий раз, поэтому, наверное, и не только я один ныряю, тут много таких людей ныряет, поэтому надо искать новые места, а не лазить по старым. Все, дорогие друзья, всем счастливо, всем пока, до новых встреч!